Я, короче, видел эту секретную анимацию одного трейдера. Ну, пацаны, тише. Что это было? Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня мы будем говорить о секретных анимациях. Прямо сегодня позвал человека, который утверждает то, что он знает, как можно сделать секретную анимацию на Керамбит Голд. Просто, ребят, поставьте за это огромный лайк и подпишитесь на канал Кента ПК. Ну что же, а мы начинаем. Ну и как обычно, очередная халява от Кента. Если ты хочешь получить 1000 голды совершенно бесплатно, прямо сейчас ставь лайк и подписывайся на мой канал, пиши комментарий со своим ID и самое главное, смотри без перемоток от начала до конца. Ну что же, всем желаю удачи, а мы идем дальше. Так, выпадает орел. Идем А. Решка. Идем Б. Это были мои 5 рублей. Ну и куда пойдем? Монтон приветствует тебя, братишка! Привет, привет. Монтон, короче, расскажи мне, пожалуйста, где ты видел секретную анимацию и как ее можно повторить, и что надо сделать, рассказывай все. Я, короче, видел эту секретную анимацию одного трейдера. Это именно на Керамбит... На Керамбит какой? На Керамбит. На Керамбит Голд. Так, ну-ну-ну. На Керамбит Голд. Короче, для того, чтобы ее сделать, сначала нужно сделать секретную анимацию на USP. Нифига себе! То есть, вначале мы делаем какую-то секретную анимацию на USP, после этого мы достаем нож, и, по идее, у нас должна выйти анимация на Керамбит Голд, правильно? Да. А, хорошо, слушай, а кто это рассказал? Какой-то, не знаю, трейдер, кто, игрок, киберспортсмен? Что это такое? Ну, типа, трейдер и киберспортсмен. И у него есть Керамбит Голд? Да. Ничего себе. Ладно, мужик, поверим. Братва, просто поставьте за это лайк, потому что, возможно, прямо сегодня мы найдем какую-либо секретную анимацию. Так, а ну-ка. Но перед этим ты говоришь, нам надо сделать секретную анимацию на USP, понимаешь? Да? Да. И после этого у нас, по идее, должна выйти секретная анимация на Керамбит Голд, да? На Керамбит Голд, правильно. Ничего себе, слушай, вот это, конечно, трешняк. Ну чё, давай пробовать, Зарк, братик, давай пробовать. Может быть, у нас с тобой все выйдет. Кто его знает, говорится, you never know. Так, дамы и господа, проверяем. Возможно, у нас все выйдет или нет, я не знаю. Так, пробуем. Блин, ну чё, пока что у меня никакая секретная анимация не хочет получаться даже на USP. Так, ребятки, если что, мы этот момент немножко ускорим, дабы вы так долго не ждали. 5 minutes later. Блин, ребят, у меня такое ощущение, что секретную анимацию на USP просто-напросто убрали. Потому что я уже делаю ее, а у меня ничего не получается. Блин, слушай, о, вышло, смотри. Так, что делать дальше? Мне вышло. После этого нужно взять керамбит и зажать анимацию. Так. Зажать кнопку анимации. Так, а ну-ка. Сейчас, подожди. Так, зажал. И по идее, прямо сейчас должна выйти секретная анимация, правильно я понимаю или как? Смотри, я зажал, да. Ну. Где она? Она получилась или как? Расскажи. Слушай, я не понимаю. Вот она. Не понимаю, это секретная анимация или как? Братва, просто кто шарит? Ну, по идее, да. То есть вот это секретная анимация на Керамбит Голд? Да, именно на Керамбит у меня, например, получается. Так, братва, я чё-то ничего не понимаю. Пожалуйста, напишите в комментариях, это по-настоящему секретная анимация на Керамбит Голд или нет? Или я чё-то не понимаю, слушай, а как это? Ну как-то, блин, я чё-то не понимаю. Вот я зажимаю кнопку анимации и типа иногда проскакивает, что он типа проворачивает. Вот, а ну-ка. Да. То есть вот это. Проворачивать должен. А, то есть когда он именно проворачивает, это секретная анимация? Да. Так подожди, так это обычная анимация или нет? Ладно, братан, надеюсь, ты не врешь, но просто она какая-то очень малозаметная, да, это секретная анимация, но типа ничего особенного тут нету. Также, ребятки, есть такая теория, то что на все дорогие скины есть секретная анимация. То есть я взял AVM Sport V2, это очень дорогой скин, стоит 40 голды. Также просил ребят, чтобы они тоже взяли AVM-ы, и прямо сейчас мы вместе попробуем найти какую-либо секретную анимацию на AVM. Возможно, прямо сегодня будет открытие, кто его знает. Я скажу так, то что если вы смотрите это видео, значит будет по-любому что-либо интересное. Удивлю. Так, ну что же, смотрим на анимацию ВМ. Но анимация ВМ, как по мне, довольно-таки дефолтная. Ну, в принципе, пацаны, ну прям ничего сверхъестественного я не вижу, да?
Блин, но у меня чуть такое ощущение, что все эти теории просто сплошной заговор, потому что я смотрю. Ну, пацаны, тише. Что это было? Да ну. А что это было, какая-то мелодия начала? Что это? Тише. Что это? Что произошло? Отвечай, смотри, Дискорд. Это не Дискорд, смотрите. Это не Дискорд. Что это было? Сейчас, блин, где Дискорд? Охренеть. А что это было? Вот. Вот видите, я в Дискорде сижу. Я, Монтон, Зарх. Обалдеть. А что это за мелодия такая была? У меня все браузеры закрыты, не знаю, что это. Я просто в шоке. Только что была какая-то секретная... А ну, давайте еще раз попробуем. Обалдеть. Только что мы пытались сделать анимацию на ВМ, и заиграла какая-то мелодия. Да ну нафиг. Не, ребят, я все понимаю. Давайте все вместе пробуем. Может быть, у нас что-либо выйдет, я не знаю. Вот тогда. Не, я, конечно, всякое ожидал. Ну вот это просто лютый трэш. Обалдеть просто. Я не знаю, у меня нет слов. Ничего себе. Если все это правда, но это просто лютый трэш. Я не знаю, я отвечаю, я ничего специально, ничего монтаже я не делал. Я могу вам даже сейчас показать, то есть я все это пишу одним кадром, чтобы вы не думали, что это монтаж или еще что-то, смотрите. Это, ребят, вот, это программа с невесты, то есть не монтаж, не музыка, у меня ничего не открыто. Вот, смотрите, какая музыка в монтаже, чтобы вы ничего не думали. Вот, слушайте. Я не знаю, что это произошло, не понимаю как, я просто в шоке. Я специально этот момент ставлю одним кадром, чтобы вы не писали, что я там что-то примонтажировал и так далее. Я не знаю, что это. У меня нет слов. Ребят, я не знаю, что это было, как вы думаете, пожалуйста, напишите ваше предположение прямо сейчас в комментарии. Ну а прямо сейчас мы будем смотреть секретную анимацию на АКР. Но я вам скажу так, на КР ничего интересненького нету, никакой секретной анимации я тоже не вижу. Подожди, пусть прогрузится, не нажимай так быстро, пусть анимация прогрузится. Ничего себе, братан, а что у тебя с плечами, ёлки-палки, блин, разработчики стендов. Если вы меня смотрите, то вот это надо исправлять, ну вы посмотрите, пацаны. Ну реально какая-то неправильная, вот, ну посмотрите на вот это, ну это просто трындец какой-то. Да, конечно, но по всей видимости никакой секретной анимации на АКР нету. Так, ребята, я уже ничему не удивлюсь. Мы только что взяли три разных оружия и будем пробовать находить различные анимации. Просто посмотрите на все это. Ну, вроде бы Немко обычная анимация. На муху тоже, да? Ну, муха это М40, мало ли кто не в теме, да? Слушайте, блин, ну это прикольно, блин. А прикиньте, сейчас вдруг обратно начнет музыка играть. Вот это я обалдею. Блин, пацаны, ну пока что все по дефолту. Ничего особенного я не вижу. Так. Ну, вроде бы на этом все секретные анимации и закончились, да? Вообще, пацаны, ничего интересного больше нету. Ребятки, меня волнует только одно. По поводу секретной анимации на Керамбит Голд. И вот я смотрю, ну ничего нету, ну это же обычная дефолтная анимация. Монтон, где анимация, ёлки-палки? Может, ты что-то перепутал? Блин, я вообще хз, смотрим. Да, я перепутал. Это анимация удара. Анимация. Зажимаешь удар. А, так вот, подожди, так анимация. Подожди, а это анимация разве раньше не было? Смотри, видишь? Вот смотри, сейчас анимация одна. Ребят, видите, вот эта анимация одна. Вот эта анимация одна. А вот эта вторая, видели? Вот так быстро. Да. Блин, слушай, ну я даже не. Да, вот она, вот. Две разных. Реально две разных анимации. Блин, братан, ну это баян, Монтон! Блин, Монтон, ну я чувствую, тебя засрут в комментариях. Ребят, пожалуйста, не поливайте его говном сильно. Хотя. Ну что ж, дорогие друзья, в принципе на этом все. Обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал и заходи в мой Дискорд, если хочешь сниматься в подобных видеороликах. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока!